У липні 2014 року в Івано-Франківську відкрився пункт прийому допомоги бійцям добровольчого батальйону «Азов». Так фактично розпочалася історія цивільного корпусу одноіменного з батальйоном. Сьогодні організація цивільного корпусу «Азов» є у багатьох містах України, в тому числі і в Дніпропетровську. Як відрізнити громадське утворення від військового? Які задачі може вирішити мирний Азов? Які досягнення вже має на карбі? Запитаю у наших гостей. Радіон Кудряшов, голова Дніпропетровської обласної організації цивільного корпусу «Азов» та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький у нас у гостях. Здравствуйте, господа офіцери і громадянські люди. Так я розумію, да? Уже гражданские люди. Итак, давайте будем говорить о и военном подразделении, и мирном подразделении. Ну, наверное, Родион, вам первому слово. По поводу офицеров. Я являюсь бывшим военнослужащим в добровольческом подразделении, сейчас уже полк «Азов». Сейчас переключились на гражданскую работу, собственно говоря, и создали ячейку именно в Днепропетровске, так как вы уже сказали, во всех городах Украины создаются подобные гражданские организации. Гражданские проекты в городе, которые уже стартовали, это уроки мужества, где мы, как военные ребята, молодые военные ребята, рассказываем ученикам в школах и высших учебных заведениях о что такое война, о том, как надо вести себя в военных ситуациях, то есть когда что-то угрожает жизни школьника и молодого ребенка. Да? Также мы запустили гражданские проекты по развитию спорта. Это наш проект «Сильная нация». Как мы даем возможность всем молодым ребятам, кто желает развиваться спортивно, духовно, приходить в наши спортивные залы по единоборствам и расти физически. Также много всего в проекте готовим, то есть и афишируем это все как можно больше. В данный момент это только соцсети, но дальше мы будем развиваться, так как мы являемся молодой все-таки организацией в городе. Андрей, вопрос к вам. Ваше лицо достаточно узнаваемо, то есть вас знают не только на территории Днепропетровщины, Донбасса, безусловно, но и на территории Украины. Вот расскажите, чем сейчас вы занимаетесь после того, как у вас немножко изменился в жизни статус, насколько я понимаю. Я думаю, что тут действительно сейчас речь не обо мне столько, сколько нужно сказать о самом цивильном корпусе. Вы абсолютно правильно отметили, что он появился от одной маленькой ячейки, волонтерской организации. И сейчас распространился на все города Украины, у нас даже в Донецкой и Луганской областях, не захваченных сепаратистами, больше пяти ячеек, ну, пять ячеек, если быть точным. Что это такое? Для чего это, собственно говоря, нужно? Мы хотим здесь аккумулировать, не растратить вот ту фантастическую энергию, которую дал украинский народ во время войны, оккупации, борьбы вот с врагом на Востоке. То неимоверное количество волонтеров, то неимоверное количество добровольцев. Я говорю не только о ребятах в добровольческих подразделениях, а о всех ребятах, которые пришли в сбройные силы, в Нацгвардию, пришли добровольно, чтобы защищать Родину. Ни власть, ни армия, именно порыв тогда украинского народа, в том числе Днепропетровска. Я приезжал десятки раз к раненым в Мечниково, в Днепропетровск. Я видел то неимоверное количество людей, ту заботу, волонтеров, помощь, лекарства, которые давали нашим ребятам, которые давал город в первую очередь. Это огромная энергия. Она могла и может до сих пор изменить страну. Мимо власти, мимо политических партий. И вот таких людей мы сейчас в первую очередь стараемся объединить. Молодых ребят, которые в 20 лет стали ветеранами. Волонтеров, людей, которые некоторые отдали бизнес. Ну, кусок жизни в 1,5-2 года полностью положили вот на алтарь Родины. Вот все это, всю эту энергию мы хотим аккумулировать в цивильном корпусе. Наши задачи сейчас не политические, наши задачи сейчас социальные, в первую очередь. Родион говорил абсолютно точно про то, что уже открыто в Днепропетровске, хотя ребята существуют совсем недавно. По всей Украине мы открыли
открывали хостелы, открывали реабилитационные центры, с десяток спортзалов для молодежи, каждый из которых бесплатный. Вот это пока основные направления. Создание беспилотников, создание новой бронетехники, все силами волонтеров. Все это цивильный корпус. Проекты по охране районов. Он запущен в Мариуполе, в Киеве, в Харькове. Ребята патрулируют улицы, ребята борются с преступностью, с наркоманией, с игровыми точками и так далее. И пока что, хотя это проект очень молодой и новый, но он получается. Растет в прямом смысле слова в геометрической прогрессии. Совсем недавно, с участием в том числе и ваших представителей, состоялась пресс-конференция, где представители ЗОО, у нас есть такая общественная организация, куда и АЗОВ долучился, вы решили очень серьезно бороться не с общим видом преступности, скажем так, а с конкретным видом. Игровые автоматы, нелегальные. Запланировали создать так называемую интерактивную карту, куда будете вносить данные о тех или иных местах, где происходит незаконный бизнес. Давайте поговорим о том, есть ли уже какие-то результаты, чего удалось добиться, и самое главное, как воспринимает вот эту вот так называемую помощь или плечо ваши правоохранительные органы? Ну, я очень коротко и лучше передам Родиону, он расскажет про конкретику. Многие, ну, воспринимают это все как, ну, личное дело каждого. На самом деле, ну, это огромная проблема в обществе, игромания, да, и легализуйте, сделайте это сложно доступным, и главное, не играйте действительно на, условно говоря, вот на слабостях человека. И тогда в каком-то очень ограниченном там сегменте это было бы возможно. То, что у нас, это вакханалия в прямом смысле слова. Поэтому это, конечно, проблема, и парни с ним борются. Опять же, что хотелось бы сказать по игорному бизнесу, это не только зависимость от игры, это же еще и рассадник наркомании, это рассадник алкоголизма, это отвлечение людей от жизни, то есть они выносят последние из дома и так далее. И толчок к совершению другим, более тяжким преступлением, потому что нужно деньги черпать откуда-то. По конкретике, что бы хотелось создать, в данный момент уже на пороге выпуска сама интерактивная карта, где каждый желающий, кто сможет идентифицировать этот игровой автомат, игровое заведение, сможет ввести с помощью простых комбинаций, ввести просто адрес, улицу и сделать какой-то комментарий под ним. По поводу того, как отреагировали правоохранительные органы, наша задача указать правоохранительным органам и проконтролировать тот момент закрытия самого игорного бизнеса, игрового заведения, потому что очень важно понять, что как бы рыба гниет с головы, и непосредственно так называемое крышевание игорного бизнеса идет с самой верхушки правоохранительных органов. Нам надо как можно чаще показывать и как можно чаще показывать и направлять в то русло именно правоохранительные органы и пытаться дать им выполнять свою работу, так как это их задача — бороться с этим всем. Ну, на самом-то деле гнездо большое, и его по праву называют осиным, и на каждое действие всегда есть противодействие, то есть телефонное право, я думаю, что существует по-прежнему, вот даже у Андрея появилась саркастическая улыбка. То есть, на ваш взгляд, если вот общественные организации смогут вообще через хребет переломить вот эту составляющую телефонного звонка? Ну, послушайте, наше волонтерское движение, наше добровольческое движение сделало неимоверные вещи в Украине. Заслуга добровольцев, заслуга волонтеров, она неописуема во всей ситуации Украины, с которой сейчас она столкнулась. И также как гражданские организации, которые идейны и настроены навести порядок, я думаю, полностью могут способствовать решению этого вопроса. То есть предлагаю все-таки, ну, так или иначе, война на Востоке продолжается, и гибнут украинские герои. На ваш взгляд, вот вы же общаетесь, по-прежнему продолжаете держать руку на пульсе. Когда это закончится и закончится ли? То есть вот какие прогнозы вот в преддверии 2016 года от людей, которые о войне знают не понаслышке?
Ну, солдаты на данный момент — это люди со связанными руками, ногами и ртом. И они последние, кто решают на самом деле, когда это закончится и как это закончится. Понятно, что это все вопрос политической воли. К сожалению, я это часто говорю, но это факт. Тут ничего нового не придумаешь. Украина не является субъектом в данной игре. Она является объектом. Не она играет, не она является одним из игроков. Ей играют, по большому счету. На нас давят как Россия, так и Запад. В принятии, ну, с точки зрения национальных интересов, просто катастрофических решений и шагов. Я глубоко сомневаюсь, что методом уступок постоянных, ну да, вот как сегодня там, вчера Коминтерного, сегодня сдали Водяное, да, и как бы, и все нормально. Ну да, есть такая строчка в новостях, как бы, не более того. Исчезло два села с карты Украины, да, теперь там флаги ДНР. Все это воспринимают нормально. Я глубоко сомневаюсь, что методом уступок можно добиться мира, тем более мира твердого. Методом уступок возможно исключительно подзадорить и заохотить противника к дальнейшим действиям. Не более того. Поэтому, к сожалению, мой прогноз при нынешнем политическом вот курсе, да, который есть в Киеве, да, внешнеполитическом курсе, не слишком утешительный. И Бог знает, когда эта война закончится полноценно. Не могу не спросить, лично для вас эта война, это Украина-Россия, это внутренняя война. Как бы вы ее идентифицировали? АТО? Конечно, это война. Конечно, война российско-украинская. Хотя нужно признать, что наши собственные ошибки, наши собственные слабости, зачастую неспособность к государственному строительству привела к тому, что России удалось этой войне хотя бы частично придать вид войны внутренней. Это факт. Ну и, наверное, все-таки предлагаю наш разговор закончить на более какой-то такой веселой ноте, оптимистической даже ноте, я бы сказал так. Итак, кто нас сегодня смотрит и хочет стать частичкой Азова, то ли гражданского, то ли военного, то ли и того, и другого, что для этого нужно, где вас искать? Для всех днепропетровчан хочу сказать, что мы находимся по адресу улица Гоголя, 15А, куда вы сможете прийти и записаться, то ли в гражданский корпус, если вы хотите заниматься социальной деятельностью и помогать нам участвовать в наших мероприятиях, акциях. Также вам там помогут и записаться в само военное подразделение, где мы перенаправим вас в рекрутинговую составляющую нашей организации. И после, опять же хочу заметить, после усердных тренировок, после абсолютно точной подготовки вы сможете стать в ряды нашего подразделения и защищать нашу Украину на Востоке. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Слава Україні! Героям слава! Ну, нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу були представники цивільного корпусу «Азов» Радіон Кудряшов і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький.